инфраструктуре быть. Глава Магнитогорска сегодня работал в частном секторе. Инспектировал, как исполняются предписания властей. В центре внимания мэра коттеджный поселок на западе города. Строительство здесь началось всего полтора месяца назад. Но прежде чем возводить дома, застройщики по обязательству должны обеспечить территорию всеми необходимыми коммуникациями. Не только там обманутый извозчик может быть, когда сдал деньги на квартиру и не получил. А еще, когда он не получил ожидаемую инфраструктуру, это тоже, в моем понятии, обманутый дочь. И у нас, к сожалению, в Магнитогорске такие есть. Когда они покупали дома, им говорили, вот тут будут дороги, вот тут будут зеленые сады, садики, школы. А потом этого ничего не случалось. В моем понятии, это обманутые дольщики. Вот чтобы такого не было, поэтому мы сейчас ввели заслон, да. Сначала инфраструктура и только потом реализация жилья. Такое условие власти поставили предпринимателям. Дороги, освещение, инженерные сети. Застройщик практически все обязательства выполнил. По словам бизнесменов, из коммуникации осталось проложить только газопровод. Обустроили и детскую площадку. Задумано здесь 102 дома плюс 15 участков, которых мы будем передавать администрации, которые же администрация в свою очередь будет передавать либо многодетным семьям, там, либо малоимущим, то есть, ну, по программам. Также в планах через несколько лет возвести в поселке общеобразовательную школу. Будет и стадион возле нее. Площадку под него выделила администрация.